На улице Пацаева подрядчики взялись основательно застелить тротуар брусчаткой от края дороги до зданий. Ремонт проводится по одной стороне, между улицей Моресьева и проспектом Абулхаирхана до супермаркета Дина. Работу начали 20 дней назад. Планируем завершить в этом году, если позволит погода. Если не позволит, то проект перейдет на следующий год. Всего нам поручили отремонтировать тротуар на 4 отрезках улиц. Кроме данного, это участки по улице Успанова, проспекту Абулхаирхана и проспекту Абая. Мнения жителей касательно ремонта тротуаров разделились. Кому-то не нравится брусчатка и, по их мнению, лучше асфальтировать. А кто-то не понимает, почему ремонт тротуаров начался так поздно перед зимой. Не надо, что, зря тратить деньги. Нет. Почему? Здесь вроде грязно всегда. Да, грязно, но можно было и асфальтом все это заделать. А брусчатке не доверяете, да? Нет. Почему? Потому что она дальше будет ездить, как у нас всегда бывало. Потом у нас вон там вот сделали брусчатку, она уже вся разваливается. Какой смысл в ней? Да. Ты сам часто проходишь по этим участкам? Да, часто прохожу. Здесь как, грязно бывает? Нет, нормально, это вообще уютно. По мнению подрядчиков, брусчатка практичнее асфальта. Но стоит отметить, что для качественной ее укладки необходимо прежде основательно утрамбовать почву. Без трамбовки новое покрытие в будущем действительно может размыть, ведь весной и осенью улицу Пацаева стабильно затапливает при дожде и таянии снега. Что же касается времени начала ремонта, то подрядчики считают, что осень отлично подходит для укладки брусчатки. В первую очередь из-за почвы, которая уже достаточно промерзла и уплотнилась, что снизит риск просадки. Влад Рогушев, программа «Факт».